сейчас в зону. Показы воздушного пилотажа вошел самолет Як-50, пилотируемый чемпионом мира, мастером спорта международного класса Виктором Лецко. Ему аплодировали многочисленные зрители в ГДР и Венгрии, Франции и Чехословакии. А на 8-м чемпионате мира в Киеве в прошлом году он завоевал звание чемпиона мира. Несколько дней назад Виктор Лецко выступал в Париже в составе сборной команды Советского Союза. Там он стал абсолютным чемпионом Европы и обладателем Кубка Бьянкотто. Виктор Лецко исполняет целый каскад фигур высшего пилотажа. И вот не кажется ли вам, что пилот и машина как бы срослись, стали единым целым, потому что любое движение, любой поворот, это как будто протянутая в воздухе рука. Захотел — зафиксировал, захотел — повернул. Поразительная вещь. И, конечно, за такой видимой легкостью долгие годы упорных тренировок, овладение мастерством высшего пилотажа. Да, зарубежная печать писала о таком полете, что это действительно вершина авиационного пилотажа, авиационной акробатики. Трудно просто себе представить, что можно достичь вот таких поразительных вершин в мастерстве управления машиной. Тут следует отметить, что все фигуры Виктор Лецко выполняет на очень большой скорости. Як-50, изумительная спортивная машина, позволяет выполнять фигуры, трюки, которые отличаются изяществом и мастерством, и в то же время действительно это вершина сложности. В небе Виктор Лецко. Сейчас будет концовка программы. Обратите, насколько она эффектна. Горка, переходящая в петлю Нестерова.
фигура, которая называется абракадабра. И концовка. Замечательный полет.